Тим, ну, начнем с вопроса, который уже задавали по-английски, по поводу того, что пришлось просидеть всю концовку и четвертой четверти, и в овертайме. Это, я так понял, что было продиктовано тем, что легкая пятерка Golden State играла? Ну, скорее всего. Но опять же, у меня, в принципе, вопросов никаких не возникает. Мне, если дают играть, я играю. Вот. И самое главное, что мы можем вынести, то, что мы выиграли игру, вот, и, значит, все сделали правильно. Угу. Но все-таки вышел в концовке на полсекунды между штрафными. Это, с каким настроением выходил? Я с каким настроением? Как всегда, я сконцентрирован на игре был до последнего, потому что по-английски you never know, я не знаю, что будет. Вот я вышел на секунду, полсекунды, сколько бы это ни было. Просто вышел и был готов играть. Если бы не сказали играть 5 минут, попытать. Известно, что со скамейки наблюдать тяжелее, чем на паркете находиться. Что в этот момент в голове проносилось? Много мыслей было по игре. Знаете, со скамейки всегда видно, всегда ты советуешь, всегда ты умничаешь. Вот. Когда в игре ты много вещей не видишь, вот, но переживал за ребят, конечно, переживал. Вот, тайм-ауты были, подсказывали. Все ребята подсказывали, потому что ребята там очень зрители площадки не все видят, поэтому старались поддерживать, как могли. Сердечко не ёкнуло в конце, все-таки у Кари в конце пошло, и вот этот его последний бросок. Ну, вот, как видите, значит, не ёкнуло, ну, пошло, но все равно, посмотрите, сколько они забили, 90, я не помню, сколько они забили. 93. Это овертайм, с овертайм, мы очень-очень неплохо защищали, самое главное. Ну, в целом, по игре, по двум играм, 1-1, это справедливо сейчас? Что значит справедливый? Это спорт. Справедливо, несправедливо. Ты либо выиграл заслуженно, либо ты не выиграл заслуженно. Да. Вчера мы хорошо играли, но не смогли концовку отдали. Ну, что делать? Значит, 1-1. Вот. Тяжело говорить, справедливо или несправедливо. Вот. Потому что... Если так вопрос задавать, можно там кучу вопросов задавать, справедливо ли, что у нас травмы или что-то. Поэтому это, наверное, неправильный вопрос. Ты заслужил, не заслужил. Даже не заслужил, не заслужил. Выиграл, не выиграл. Ты можешь и не заслужить. Можешь ужасно играть, но выиграть игру. Вот. Поэтому выиграл, не выиграл. Нет, справедливо, несправедливо, без разницы. Хорошо. Ну, по традиции, последний вопрос как о своей игре. Что можешь сказать? Неужели и сегодня есть что-то, чем недавно? Конечно, если увидели две штрафные пробиты. Главное, что во второй половине, когда нужно забивать. В первой половине, блин, просто все, что складывается из таких моментов. В прошлой игре где-то потеря, в этой игре промазал пару штрафных, которые должен был забивать. Ну, если ты даже не забиваешь 100%, ну так я сегодня ужасно прошел штрафные. Вот. Просто все же складывается из маленьких деталей. Вот. И, возможно, попади я там эти штрафные, у нас не было бы овертайма. Поэтому все сложно сказать. Так. Если бы, вот. Ну просто надо выходить и забивать.